всем огромный привет. Сейчас я нахожусь в магазине IKEA. Это Мега Аксай Ростов-на-Дону. Пройдем с вами по магазину, посмотрим новинки и поднимем себе настроение. Первое, что мне бросается в глаза, это много новых ковров. Вот такие интересные детские коврики, безворсовые. Я даже не знаю, как этот стиль назвать. Может быть, африканский. Ну, в общем, что-то в этом духе. Стоит такой коврик 2000 рублей. Размер у него 80 на 160. В этой же тематике появились вот такие пледы. А, даже это детское одеяло, размер 120 на 150. И он вязаный. И даже из 100% хлопка. Стоит 1500. Супер. Смотрите на это чудо. Безворсовые коврики, круглые. Метр у них диаметр, 1300 рублей. Птица синий называется. Офигенная подушка в виде вот такого автобуса красного. Стоит 900 рублей. 45 на 27 из полиэстера. Но выглядит потрясающе. А постельное белье просто не передать словами. Какое качество. Посмотрите, вот этот кантик красный. Милый мишка. На подушке тоже поезд. Качество офигенное. Посмотрите, какой горох. Это комплект под одеяльники. Одна наволочка. 150 на 2 метра. А размер наволочки 50 на 70. Еще есть другие варианты. Стоит 1600 рублей. 100% хлопок. Еще не видела такой вот карман для кровати за 400 рублей. Новый светильник-карандаш. Polar Boy. 2000 стоит. Вот такой крутой шкафчик. Здесь верхнее отделение с коробочками. И вот так внизу ребенку будет удобно доставать. Стоит такая комбинация 25-300. Всегда вдохновляющие интерьеры. Посмотрите, какая это красота. Несмотря на то, что здесь такие яркие акценты, здесь приятно находиться. На стене цветы, рабочая поверхность. Вот смотрите, есть стол. Все уютненько, красиво, аккуратно. Как изменился здесь интерьер. Посмотрите, что у нас за посуда на столе. И коричневая гамма. На кухне также появились зеленые акценты, полотенца и прихватки зеленых таких цветов приятных. Классные, большие. 200 рублей стоит. И полотенце шикарное, хлопковое. Горошек. Стоит 300 рублей. Я обожаю полотенца IKEA. У меня почти все дома есть. И фасад здесь тоже темно-зеленого цвета, такого насыщенного. Здесь даже камера не передает. Все очень красиво. Вот здесь может быть видно. Вот так. Уютный Хемнес за 28 тысяч. Есть черного цвета, а там вдалеке белого. Сейчас подойдем к нему, посмотрим. Вот такой беленький. Внутри ящички для хранения. Яркие желтые подсолнухи и кресло. Есть вот такой металлический вариант. Или без спинки. Называется Бримнос. Стоит 10 тысяч. Вот такие необычные фигурки в виде совушек появились. Серые. 800 рублей стоят. Ух ты, а сделаны они из бетона и эва. Тяжеленькие. Такая яркая желтая красота. Диван-новинка стоит 36 тысяч. И вот такую красоту вам покажу. Классно. Еще покажу интерьеры. Знаю, что вам это нравится. Вдохновляться красивым интерьером. А вообще, готовое решение — это всегда удобно. Увидел, понравилось и купил. Первый раз вижу такие шторы. А в этом интерьере детская тема. Все в ярких красках. Стульчики, хранение, шкафчики. Появились новые веточки с Мика за 300 рублей. А здесь вот такое красивое оформление, все в золоте. Набор подсвечников 3 штуки, 1500 рублей. Золото с зеленым, это просто сказка. Как все сочетается красиво. Еще столиков прибавилось. Появился вот такой интересный в виде лепестка за 4600.
Зеленые тапочки, какие они праздничные. Суперские, 300 рублей стоят. Ну, шикардосные, посмотрите, какие яркие. Давайте еще этот интерьер покажу. Яркий акцент кресла. А все остальное в коричневых спокойных тонах. Огромный питон, просто как настоящий. Классный. Мой любимый цветочный бутик. Как тут красиво. Ну, подсолнухи вообще, это прелесть. Тюльпанчики. Лаванда. Здесь все красиво. И огромный шикарный букет. А тут какая красота. Белоснежный шкаф. Розовые тарелки внутри. А здесь на стене какая картина огромная. Появились вот такие маленькие фиалки в горшочке. Стоят 200 рублей. Вот такие новые корзины плетеные. Сделаны они из джута. 1000 рублей. Новые картины. Медвежонок, олень. Вот такие растения. И тут красота. Мои любимые кактусы. Походим с вами по интерьерам. Вот такая розовая, классная. А вот эта самостойка, мне интересно, сколько она стоит. Полка для тарелок. 5000 рублей стоит. Здесь вот такая мойка. Все деревянное. Красота. Фартук такой из кафеля белого. Все перестраивается под новую коллекцию. Здесь вот зеленый с белым. Такие золотые ручки очень красивые. И столешница, все под мрамор. Видно вам зеленый, зеленый цвет. Здесь вот такой стол сделали. Уютный. Зеленые шторы. Коробочки. Красота на стене. Посмотрите, как красиво. Не обратила внимания, вот такие стали лампочки или светильники. В общем, вот такого, вот такой необычной формы в виде капли. Очень красиво. И настенные тоже такие же. А здесь все в темно-бордовом черном цвете. Такой еще интерьер. Столешница темно-серая. Стеллаж металлический, называется Амар. Его размеры. И стоит он 7398. Я прям побежала бегом. Смотрите, какая наволочка красивая. Стоит 1300 рублей вышивка. И есть еще такие простые. Как работает этот светильник, смотрите. Включен. Светится разными цветами. Ковры меня очень порадовали. Смотрите, еще какой безворсовый. 133 на 160 с монстерами. Пошла я в детский отдел. Посмотрим с вами коврики. Первый самый 130 на 133. Вот 1200. Следующий 133 на метр. 1000 рублей. Кругленький, который мы с вами видели на входе. Новинка за 2000. Вот такой за 2500. Полосатый. Вот такой с цифрами за 1500. Еще серый со звездами 2800. Полосочками. Такой раньше не видела. 2800. Кстати, с обратной стороны у всех ковров есть антискользящее покрытие. Такой еще милый розовенький. Покажу еще вот этот поближе, который сделан из хлопка. Приятная хлопковая ткань. С обратной стороны. Здесь гардины тоже из хлопка. Смотрите, новая расцветка такая тоже полосатая. Да, это 100% хлопок. Есть вот такой в морском стиле. Этот у нас был с облаками. Появилась вот такая еще, по-моему, новинка с бабочками. Вот горошек. Светлая такая тонкая ткань. Большие с обезьянками. И еще одна вот такая светленькая в детскую.
А это новинка, которая... Это детское одеяло за 1500, мягкое. Так, и здесь у нас тоже 100% хлопок. Так оно называется. Детское постельное белье тоже в такой же цветовой гамме есть. Вот такие в морском стиле. Вот новинка тоже появилась за 1000 рублей с мишками. С обезьянками. 1300. Вот такой за 800 рублей есть комплект. С воздушными шарами 2000. Вот такая новинка. И здесь еще. Вот еще какая есть. Большой мишка. Кстати, там на подушке, по-моему, мордочка медвежонка. Вот этот еще тоже новый горошек. 1500. Вообще обожаю постельное белье в Икее. Мне все нравится. Если вам подходит расцветка, то качество ткани вас никогда не подведет. Есть вот натяжные простыни. Подушки также. Посмотрите, какие со слоником. Стоит 1000 рублей. Подушка вот такой лев. Обезьянка. И еще есть вот такой шар. И вот такая еще бабочка. 1000 рублей. Смотрите, вот она. Еще одна новинка. Это чемодан для игрушек. 1800 рублей. Собирается. Тоже тут какие-то такие ручки интересные, тканевые. Вот так он выглядит. Издалека еще покажу вам, как это все выглядит. 100% натуральный материал. И даже, посмотрите, там на стене вот такая хлопковая веточка. Вот так это все выглядит. Так что ткани здесь самые натуральные. Вот еще красота. Вазы тоже новинка. 700 рублей стоит. И вот такая мелаха. 149 рублей. На входе в Market Hall вот здесь такие подушки. Серые, зеленые, бордовые. Дофта ароматизированная. Цветы, лейки. И на стене бокалы. Поищем с вами новинки. Что здесь интересного есть. Вообще вот так хочу полностью показать отдел. Может быть, быстро иду. Навесные всякие штучки, полочки, доски. Все, что вижу, буду вам показывать. Салфеточки, сушилки. Такая сушилка стоит 1500. А коврики для посуды сейчас стали стоить 159 рублей. Он раскладывается, удобный. Вот такое сито, дуршлаг. Еще есть другой вариант пластиковый. Сейчас цена IKEA Family. Еще большой. Простая терка из нержавеющей стали. 119. Новинки вижу только в текстиле. Вот эти полотенца. Угу. Сделаны они в Индии. 100% хлопок. Прихватки. Вот здесь целый подиум новинок. Появились вот такие зеленые банки. Большие, видно вам их. Литровые. Вот так это все красиво выглядит на подиуме. Царство зеленого. Красота. Вижу здесь новинку. Вот такая плетеная корзинка. Сейчас посмотрим, из чего она сделана. Корзина для хлеба 36 на 22 из бамбука. И прозрачный лак. Вот она как выглядит, овальная. А еще есть вот такой вариант. Это тоже сервировочная корзина из бамбука. 29 сантиметров диаметр. Обычно весной еще подносы обновляют. Это у нас зимняя коллекция. 179 рублей. Появились вот такие новенькие. Тоже в зеленом цвете. Красивые. 179. Вот такие черные еще есть. Вот такой я себе купила поднос. Стоит 600 рублей. Это дерево манго. Так, а в текстиле что-то поменялось?
Вот такая новинка появилась интересная. Так, как называется? Мат Ванор. 33 на 33, бежевый 249 рублей. А сама скатерть сколько? Вот, а скатерть размер 145 на 240, стоит 1000 рублей. И еще одна вот такая льняная большая тоже появилась, 145 на 240, 1300. Не помню вот эту клетку, 145 на 240, за 1000 рублей. И синего цвета тоже за 1000 рублей, по-моему, это новинки. Еще зеленого цвета вот такие плейсметы на стол, салфетка под приборы, 129 рублей. Ну какая же вот эта красота, этот зеленый листик блюда, 700 рублей. Ну так он смотрится вообще волшебно. Глазастые стаканы вот с такими синими пятнами, 229, очень приятно в руке держать. Ой, а это что появилось? Вот такая новинка, два стакана, две кружки вернее, 349 рублей из пластика. Полилактит называется, но я бы не стала даже в Икее покупать пластиковую посуду. Недавно смотрела видео про кружки, по-моему, они дорожные. Вставлю здесь фото. Их отозвали полностью по всему миру. У них обнаружили какое-то вредное вещество. Вот те самые большие серые тарелки для сервировки. Все это серия Динера называется. Классика. Серого, такого бежевого цвета. Вот тоже необычные тарелки. Стоят по 200 рублей. И в пятнышку. Салатники позвеним в Икее, тоже 200 рублей. Это поливашпатный фарфор. Новогодняя коллекция распродается. Вот такой салатник 99 рублей, тарелка 99. Вот такая ложка огромная, набор, и вилка просто тоже гигантских размеров, для драконов написано, 22 сантиметра, нержавеющая сталь. Сниму еще для вас сервировочку. Сменила здесь выставка полностью. И вот она, самая популярная серия вот такого зеленого цвета. На заднем фоне серые тарелки. Есть еще розовый вариант. Нравятся они мне в форме таких цветов. И в то же время сдержанный спокойный цвет. Серого цвета. Такие тарелки по 200 рублей сейчас стоят. И синего есть цвета. Обожаю вот эти салфетки на стол из водного гиацинта. 129 рублей стоит. У меня дома такая шикарная. Новые салфетки вот с такими цветами. Ой. Смотрите, какие прикольные появились. Лимитированная коллекция. Что это? Что это? Сейчас посмотрю. Это у нас подставка для бутылок с ручками. Лимитированная коллекция. Сталь, порошковое покрытие, размеры. Вот так классно выглядит. Прикольно. Пройдем с вами по бутылочкам. Вот это, кстати, стеклянная. Да, 249 рублей стоит. Специальные молочники. Вот такие красивые. Еще тут вот бутылочки такие. Повыше, побольше. Вот такой у меня дома. Вот он. Так, стоит сейчас 1000 рублей кувшин. А большой стоит 1300. Вот, смотрите, еще одна новинка. Кофемолка 2300. Такие красивые коробки по 500 рублей. Вот такие специальные папки с наклейками. Вот эта штука, я вам сейчас ее покажу. Вот так выглядит, супер. Называется подставка для канцелярии. Мелаха. И вот такая еще новинка. Тоже набор для письменного стола. Вот. Две баночки. И вот такие коробки еще есть. Они металлические. Открывается на крышечке. Выглядят как такие хорошие сундучки. И вот такие коробки, такие шляпные. Две штуки, нарядные и практичные, с бантиками.
Появились еще вот такие мешки для стирки. Смотрите, 3 штуки. Мешок для стирки. 200 рублей. 3 размера. Вот здесь указаны. 2 белых. Хорошая молния. Такие плотные. 2 больших. Вот еще черный есть. Вот так компактно выглядят. Корзины безумно красивые. Тоже все новинки. Такая большая. Чуть поменьше. Еще одна красота. Это показывала за 1000. Прямо много плетеного. Смотрите, какая еще корзина. Вау. Прямо вау. Бамбуковая. Еще вот такая большая. Знаете, вообще бомба. Просто бомба. Красота. Мое видео подходит к концу. Если оно понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, дизлайки. Я вам желаю удачных покупок в магазине IKEA. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока. Но...